Певец Алексей Чумаков не часто дает интервью. Слишком много работы. Кроме того, певец стал отцом. Его супруга Юлия Ковальчук подарила супругу девочку. Поэтому приятных хлопот в звездной семье прибавилось. Однако, ради Леры Кудрявцевой в ее программе «Секрет на миллион» исполнитель смог выкроить время и постараться честно ответить даже на самые личные вопросы. Телеведущая спросила и о том, случаются ли у него ссоры с супругой. И Алексей уверенно заявил, что не ссорился с женой даже тогда, когда они делали ремонт в двухэтажном подмосковском доме. Но в случае, если в отношениях начнутся серьезные проблемы и дело дойдет до развода, Чумаков не станет качать права. Известно, что пара владеет огромным домом площадью 500 квадратных метров под Москвой и особняком в Испании. Недвижимость пара приобрела в совместном браке. Ведущая Лера Кудрявцева спросила Алексея о наличии брачного контракта. В ответ певец сказал, что они, если и разведутся, чего он не хочет, то все имущество останется Юле. С его слов, именно так должен поступить настоящий мужчина.